Приветствую всех участников фестиваля. Меня зовут Дарья Камалетдинова. Я супруга независимого честного журналиста Айдара Камалетдинова, который вот уже второй год по надуманному ложному обвинению находится в СИЗО, потому что в нашей стране, к сожалению, не всегда действует свобода слова, свобода выбора, свобода мысли и свобода народной воли. И как раз в эту тему я хочу представить новую песню, которая называется «Очнись». Порой бывает не описать словами весь беспредел, что происходит в жизни рядом с нами. Когда нас довели до края, и нету сил молчать, и нет сил кричать. Эй, человек, ответь, прошу, чего ты ждешь? Ведь все, что говорят политики, сплошная ложь. Ты как презренный раб, согнулся и дрожишь. Разве это жизнь? Очнись, слышишь, возьми судьбу в свои руки и разорви запретный круг, чтоб прекратились. Рядом в тюрьму сажают без разбора, вроде так и надо. А он хотел быть честным и говорил лишь правду. Вот она награда. И я кричу вам, помогите отстоять права. И мне ответят лишь из сотни человека два. Остальные, как и ты, пройду, вздохнув едва, лишь о себе сперва. Очнись, слышишь, возьми судьбу в свои руки и разорви запретный круг, чтоб прекратились. Делают жизнь лучше, а пояса все туже. За нас решают, что нам хорошо и кто нам нужен. И ты себя готов продать за воздуха глоток. Вот и весь итог. Но я верю, и я знаю,